Привет, вас зовут? Здрасте, Динара. Динара, как вы меня помните, так может важно, быть, ты я была у вас важна. В апреле. А? Я была Не у вас понял. В апреле. Была в апреле. Ты была на тренинге или была на индивидуальной сессии? На тренинге была. На тренинге. Так, и почему ты до сих пор задаешь такие глупые вопросы? Ну, не знаю, там просто как-то... Я вот все время выхожу в эфир, и все время у меня слезы. Я прям сейчас проплакалась опять. Здорово. Угу. Да. Так что спасибо вам большое. Динар, смотри, еще раз давай. К тебе еще свернемся, да? Мне очень приятно, что ты благодарна, но давай лучше поработаем, окей? Давайте. Мне как-то этот... Из-за чего ты думаешь, что ты не важна? Я просто не думаю, что у меня может быть ситуация настолько, ну вот в эмоциональном плане, как-то может быть, ну, не настолько все плохо. Ну, тем более я у вас недавно была в апреле, как бы, и ну, мне кажется, что у меня не настолько все запущено, как вот я просто вижу в прямых эфирах девочки там, ну, совсем там. Жесткость бывает, да? Да, бывает такое, что просто ситуация очень тяжелая у людей. Но просто не хочется тоже эфир своими вот этими вот, ну, как бы загружать. Потому что, ну, может быть, у меня не так все плохо. Может, я, наоборот, слишком хорошо о себе думаю, о своем состоянии. Давай так, смотри. Все, что происходит с любым человеком, это сейчас всем объясняю, да? Есть люди, которые не выходят в эфир, им страшно. Или они не хотят делиться, или про них они не хотят, чтобы про них кто-то узнал, да? И что бы с тобой ни происходило, когда ты выходишь в эфир, и у тебя все хорошо, это тоже хорошо. Это тоже кому-то надо, да? Если ты своей историей, как бы сама ты лишнее подтверждение даешь, помогает это или не помогает. В апреле была, и почему-то самооценка все равно еще из-за чего-то у тебя, вот как-то ты себя, ну, давай так. Я тебе просто рекомендацию, выводи себя на первый план всегда, ладно? Хорошо. Вот, вот прям до абсурда, везде, куда бы ты ни приходила, ты садишься на переднее сиденье, вперед и рядом, вот на самое... Я понимаю, да? О чем вы говорите. Да, у меня есть такое, да. Ты всегда сзади. Да. Это вот, ну, это по переписке я тебе говорю. Я, честно, я не помню, что было в апреле, но это вот по переписке. То есть ты всегда почему-то вот в конце где-то. В апреле у меня был очень сильный выход. Я так проработалась с вами. Я так благодарна. Но сейчас, видимо, вот в силу того, что столько времени прошло, всякий раз, когда я попадаю на ваш эфир, у меня все время слезы. Ну, потому что я не выполняю те задания, которые вы нам давали на тренинге. Я не ставлю себе защиту, и, видимо, я ловлю вот этот негатив. Ну, часто приходится... Ну, не так часто, конечно, но там... Встречаешься с такими людьми, когда приходится тебе там, ну, и ругаться всякое. Поэтому, ну, мы просто не защищены, я думаю, что в жизни так повседневно. Поэтому я стараюсь очень часто попасть на ваш эфир, потому что они мне очень много дают на самом деле. Я прям с каждым разом прям чувствую, что я очищаюсь, и у меня это все выходит вот с, как бы, ну, со слезами. Здорово. Вам за это большое спасибо, огромное просто. У вас такая работа с людьми. Дай Аллах вам счастья, здоровья, спасибо. Вашей семье, вашим деткам. Очень благодарна. Спасибо тебе. Будет отдельный онлайн-марафон, или как там, марафон, не марафон. Это для тех, кто не выполняет задания, да? То есть там будет администратор, который у тебя будет дрючить каждый день. Написала письмо прощения. Ну, то есть ты будешь отчитываться. То есть это для тех, кто вот, ну, вот, чтобы незавершенности у тебя не висели, ты будешь это в группе, там со всеми это будет онлайн происходить. Я думаю, так будет намного легче, проще. Это все выполнить. Какие изменения у тебя в жизни? Давай тогда похвастайся. В жизни? Вот с апреля месяца твоего посещения и по сегодняшний день, что изменилось? Вот видимого там доходы, работа, отношения с мамой, ну, с папой. Ну, в материальном плане, да, тоже было, ну, в лучшую сторону, конечно. И самое главное, в эмоциональном плане я стала намного спокойнее, и, ну, я просто на все стала смотреть, как сказать, с пониманием, что ли.
Если у людей есть какие-то проблемы, то я уже не стараюсь с ними там ругаться или еще что-то. Я просто пытаюсь, может, понять их как-то, почему люди себя так ведут. И я просто очень близко раньше воспринимала все, вот, каждую там ругань или еще что-то, чуть ли не как вот, как, знаете, пропускная система. Сейчас у меня такого нет. Я очень спокойная стала с того момента. И у меня, у мужа стали тоже, ну, такие изменения очень сильные, кстати, благодаря вам. Потому что он ходил не на тренинг, а он ходил к вам на индивидуальной сессии. Угу. Несколько раз причем. У него сдвиги очень хорошие тоже. Супер. Вот. Ну и как бы в материальном плане тоже у нас хорошие такие изменения. Я рад. Вот. Но говорить уже о чем, если я пришла к вам во второй день на тренинг, мы продали машину, которую мы не могли продать год. Ну, как бы вот даже начнем с этого. Просто я считаю, что вот эта вот наша, наверное, оболочка, вот, ну, как ее называют, да, вот, когда человек загрязнен вот этими внешними факторами воздействия, когда он пробит, вот наша аура, все, то мы и притягиваем все плохое в жизни, и мы даже не можем избавиться от каких-то вещей, вот, например, мы не могли там продать долгое время, да, там, автомобиль, там, ну, а после вашего тренинга и муж, когда приходил к вам на индивидуальные сессии, просто само по себе все получается, все складывается. Я считаю, что из-за вот этих проработок, то, что вот на самом деле удалось высвободиться от этого всего негатива, я так считаю, вот эти блоки вот бесконечные, мы же сами это все создаем в своей голове, и, естественно, окружаем себя потом этими вещами и этим всем. Вот, и, ну, все классно, спасибо. Здорово. Конечно, хотелось бы еще к вам попасть, но я надеюсь, приходи, что скоро. Приходи, ты же можешь на наполнение, да. приходи. Да, конечно. Да. Так что я тебя жду 14-го, по-моему, будет. Угу. Вы хорошо выглядите, Игорь. Спасибо, я стараюсь. Это, может, фильтр, то, не знаю, но, в общем, стараюсь я, конечно, себя поддерживать. Я недавно с одноклассниками встретился, что-то, блин, я на них посмотрел. Я не знаю, может, я тоже так выгляжу, но я видела, понял, что я уже не мальчик. Нет. От вас, вот знаете, прям такая энергетика хорошая. Ну, я ничего не хочу сказать про ваших друзей, но вы прям такой холеный по сравнению с ними. Я видела это фото, я часто за вами, ну, наблюдаю, все время стараюсь участвовать там. Ваших вот прямых эфиров. Стараюсь там комментарии писать какие-то от себя тоже. Ну, то, что я чувствую, то, что я прошла. Мне просто так же хочется, чтобы люди, которые сейчас, вот, ну, например, зашли там к вам только, чтобы они на самом деле поняли, что они могут очень много получить от этих сессий, от тренинга, как я. Просто вы действительно меняете жизнь к лучшему. Это не просто не громкие слова, это факт. Я просто такой человек, который, ну, наверное, многие заметили, что даже по моей переписке, что я очень скромный человек сама по себе. Но сейчас мне вот прям хочется донести до людей, чтобы, ну, как можно больше людей получили от вас помощь, такую профессиональную. Вот. Что сказать? Спасибо. Море благодарности вам. Я тебе благодарен за такой отзыв, прям приятно. Честно, сижу и слушаю, прям очень приятно. Но вы стоите на намного больших отзывов. Спасибо. Я просто немножко еще и как бы стесняюсь тоже. Ну вот первый раз так попала, как бы вышла в эфир. Вот, просто хочется донести до людей, что вот все время, ну, какие-то слезы, у меня такой выход хороший. И нужно просто людям слушать вас, что вы говорите, дышать. Правильно дышать, расслабиться полностью. И я просто хочу также поделиться, что я когда первый раз пришла к вам на тренинг, у меня буквально, ну вот, с первых 10-15 минут начался выход мощный. У меня просто слезы вот так лились, как вот, я не знаю, как градом. И рядом со мной сидел парень незнакомый.
И когда мы там вместе вдвоем стали реветь просто в четыре ручья, я просто, ну, я думала, может, это я настолько такая эмоциональная, что у меня вот, ну, настолько всего, да, собралось вот за все эти годы, да. Но когда я увидела этого парня, как он плачет, ну, просто вы там всех так пробили, что, ну, это не передать вообще. Поэтому мне хочется, чтобы вы помогли как можно большему количеству людей, потому что это того стоит, действительно. Спасибо. Угу. Ну, вот это ты прям круто. Очень приятно, честно. Ну, это, знаете, это вот ваш труд, это действительно, это ни с чем не сравним. Потому что, ну, я такое первый раз в жизни испытала, когда пришла к вам именно на тренинг. И когда ваша помощница сказала, что лучше будет прийти на тренинг, это не реклама, ничего. Я абсолютно независимый человек, и я к вам попала так же случайно, как и многие-многие к вам пришедшие люди. Вот. И то, что я там прочувствовала, я думаю, что это стоило того. Поэтому... Но я хочу еще снова и снова к вам приходить. Приходи. Я надеюсь. Приходи, я буду рад очень. Я тоже, я очень рада сейчас вас даже увидеть вот в прямом эфире. Спасибо вам. Спасибо. Я про машину вспомнил, ты говорила, что продали. Да, вот это на второй день мы продали. Да, да, ты в воскресенье пришла. Целый год не могли ее продать. Ну, это, ну просто вот, и даже вот по сегодняшний день все, вот машалат, вот этот фу, все само легко. По себе. Да. Ну, вот так же, вот, знаете, как бы нет таких вот затруднений, как раньше. Вот, а почему не получается? Вот бывает же такое что-то, вы знаете, как будто что-то мешает. Вот эти блоки, они вот наши внутренние, да, то, что мы вот в себе это все держим, негатив, на кого-то злимся там, еще что-то. И, видимо, вы когда вот счищаете с нас вот это все, вот слой за слоем, когда вот мы это все прорабатываем у вас на тренинге, я думаю, что у каждого человека, вот, ну, как говорится, вот как открывается, вот все пути, все дороги открываются на самом деле. Это не какое-то голословное заявление, это факт. Я просто на себе это прочувствовала, и также и мой муж тоже. Поэтому